Привет всем, ребят, я очень уже соскучился по своей деревне, уже хочу поиграть, и также, ребят, ставь лайк, если тоже играешь в Clash of Clans на деревне строителя. Ну и пишите, конечно, в комментариях, на каких вы кубках, какие у вас достижения, какую армию вы играете, какой у вас дом строителя, что вас бесит в этой игре, тоже пишите, в общем, будет интересно. Также, ребятки, давайте играть вместе, я уже создал для вас кучу академок, вступайте также в мой основной клан. Тут прием, конечно, 3250 кубков, вступить может не каждый, в русском топе мы находимся, ребята, на 5-м месте. Но если вдруг вы не проходите в основной клан, вступайте в наши академки. Вот первая моя академка, Холдик Академ, вот хэштег, название, давайте выведем эту академку в топ-10. Сейчас покажу вам еще свои кланы. Вот, ребят, еще одна моя академка, хэштег, название на ваших экранах, она также скоро будет в топ-20, а то и 10. Вот еще моя одна академка. Тут также, блин, набираем людей. В общем, читайте, ребят, шапки. В каждом клане свое ограничение по кубкам. В одном клане 3200 вход, во втором 2500, там 1500. В общем, читайте шапки и вступайте в все мои академки. Я вам все показал, хэштеги, я думаю, вы увидели. Будем вас ждать, ребят. Ну что, ребят, а я продолжаю играть на своей деревне строителя. И те, кто не были на моих стримах, они, конечно же, все пропустили, ребят. Если вы вдруг не были на моих стримах, то вы обязательно подпишитесь на канал и включите колокольчик, потому что мы весело проводим время. Я задонатил приблизительно 7000 гемов на этот аккаунт, и мы прокачали его, ребят, неплохо. Если бы я прокачивал без гемов, я бы очень долго все ждал. Во-первых, что у меня изменилось с прошлых роликов? 3500 кубков я взял, ребят. Рекорд у меня 3550. Я прокачал боевую машину до 4 уровня. Я прокачал башни лучниц все до 5 уровня. Ну, это, конечно, не вау, но все равно они уже лучше. И я, по-моему, ну там по мелочам бомбочки. В общем, больше ничего вроде бы, но все равно моя база уже реально более-менее уже держит. И, естественно, тут еще прокачивать и прокачивать, но все равно уже не такая плохая база, которая была до этого. А, ну и мортиру, ребята, конечно, прокачал. Мульти-мортиру до 3-го. Надо еще качнуть ее до 4-го, чтобы, ну, хотя бы смотрелась она красиво. Вот, я долго ждал, пока у меня все это улучшится, вот особенно башня лучниц последняя, потому что не хотел ускорять за гемы, появится у меня бонус, чтобы я мог за победы получать ресурсы. И вот этот момент, естественно, сегодня будет летсплейчик. Поехали, ребят, набьем мне ресурсы, не знаю, как покупка, мне кажется, пока мне рано на 4000 с такой прокачкой. Вот, но мне самое главное сейчас ресурсы, я хочу боевую машину как можно быстрее до 5 левела. Я все так же играю дракончиками. А, ну и самое главное, ребята, дракончики у меня уже 12 уровня. Это просто бомба. Ладно, поехали. Не буду томить. Сразу поехали в атаку. Подбирается нам база ромбиком. Я их не люблю, не умею атаковать. Наверное, буду атаковать вот снизу, где меньше дефа. Так. Я вот не знаю, боевую машину... Ладно, вот здесь выброшу боевую машину. Здесь дракончика, вот здесь, вот здесь... Вот тут одного, здесь одного. Я думаю, что можно вот здесь одного. Пускай там пару зданий дефа почистит. Ну, а теперь буду по ситуации подкидывать. Не знаю, что получится. Надеюсь, что выбью максимально процентов столько в моих силах. Вот, на 2 звезды, конечно, что-то в последнее время вообще не получается, ребят. А вот хотя бы победить. Точнее, не хотя бы, а победить. Я постараюсь. Так, остался один дракончик, и знаете что, у меня есть шансы на 2 звезды, причем неплохие. Так, отлично, и вот здесь, надеюсь, он полетит на дом строителя. Да, мне повезло, ребят, и первая каточка у меня, надеюсь, будет успешна. Ну как, она, для меня она успешная, ну а как покажет себя против... Ну... Фух, я уже реально разволновался, думал, не будет 2 звезды. Надеюсь, что мой противник выбил меньше процентов, и это будет победа. Давайте смотреть, как держит моя база. Оу, тоже 2 звезды, только по процентам, по-моему, он не набил нужное количество. Ну да, у меня 70%, он 56%. Ну блин, у меня прокачка на самом деле очень еще слабая. Ну не очень, но все равно еще слабая для этих кубков, поэтому неудивительно, что 2 звезды взяли. Ну что ж, победа. Не может не радовать. Давайте поставим часовую башню. Сейчас быстро ускорим свою армию. Конечно, теперь минус в том, что боевая машина восстанавливается намного дольше из-за того, что она выше уровнем. Да, ребят, кстати, я хочу боевую машину как можно быстрее не только до 5, а до 10. Естественно, я буду подкидывать сюда гемасики, но это будет не на видосах, а на стримах, ребята. Чтобы их не пропускать, включите колокольчик, вам придет уведомление, и вы будете проводить ваше время вместе с нами. Ну и в кланы наши тоже заходите. Так, все, приготовилась армия, да? Поехали в бой. Так, так.
Я думаю, что мы сделаем следующим образом. Башни лучниц, ну блин, они, конечно, прокачаны неплохо. Ладно, будем вот здесь расчищать территорию. Вот здесь одного дракончика выброшу, вот здесь одного. Так, о, блин, а ПВОшка достает. Так, ладно, здесь одного, так. Потихоньку подчищаем. Так, вот это плохо, что там Реджа нету у них. Так, один уже умирает. Так, поехали. Поехали, потихоньку залетаем. Надеюсь, сейчас ПВОшку, блин, не вообще плохо идем. Вообще плохо. Так, давайте по кругу их просто выбросим. Я не знаю. Просто я тут две звезды, ну прям очень вряд ли возьму. Я очень сомневаюсь, точнее. Так. Ну хотя, смотрите, ПВОшку. А, только одну. Я думал, уже две уничтожили ПВОшки. Но сейчас проценты будем выбивать. Будем выбивать проценты. И будем надеяться на то, что, ну, мало ли, повезет мне, и я выиграю. Ну, 3500 кубков, ребят, дальше реально мне очень сложно, и не будет делать вид, что я прям так высоко поднялся. Нет, это все, ну, видим, да, две звезды тут решает, две звезды. Ладно, едем в следующий бой. Так. О, тут воздушной бомбы хотя бы нету. Так, значит, ну, давайте, одного дракончика тут хватит. Ничего не будет к нему доставать. А вот здесь мы будем залетать. Помогу. А, блин, лучница что, не достает? Да, еще не достает. Я хотел, чтобы боевая машина тончила, то есть, ну, то есть герой танковал, а дракончик отлично. Все-таки идет по плану. Поехали. Все, залетаем. Убираем здание дефа полукругом, а потом выброшу всю основную армию свою. Так, тут внизу я тоже набил достаточно процентов, это хорошо. Поехали еще одного дракона, здесь еще одного. Пока что все идет прекрасно. Ну, не прекрасно, но более-менее. Более-менее. Так, тут дракончика. Блин. Почему они не добили свои здания дефа, которые должны были как бы добить? По логике вещей. Так. Ну, блин. Так, ну вроде бы нормально. Я не знаю, снесу я две звезды или нет. Блин, ну не того дракончика, блин, убивают. Жесть, ребята. Убили дракончика, у которого, блин, много хитпоинтов было. Если бы наоборот, то я две звезды бы здесь забрал. Ну обидно, если опять проиграю, потому что две звезды решают, ребят. Ну вот да, тут пятый герой, ребята, он очень сильный. Он решает здесь все. Кстати, он сейчас умрет. Он умер. Ну, две звезды будет, скорее всего. Да, две звезды будет. Да, блин, ну, обидно, что так получилось. Да, блин, обидно. Снова проиграл. Но если бы я взял вторую звезду, то я бы не проиграл. То есть по процентам я реально думаю выиграю. Ну, сейчас посмотрим, как протачит меня мой противник. Ну и на 59%, ну блин, я выбил почти 90. Вот это реально обидно. Ладно, поехали снова в бой. Я все равно бонус выбью свой. И опять же, я повторюсь, что в начале ролика сказал и сейчас. Мне не важны кубки на данный момент. Я хочу сейчас прокачать то, что у меня сейчас по плану. Это боевая машина. Поехали. Поехали, залетаем. Давайте там, эксперты по дракончикам, снова пишите мне мои ошибки, как нужно правильно атаковать. Я буду, естественно, это учитывать, и я учитываю уже, я уже, не, спасибо, кстати, моим подписчикам, которые на стриме, они мне немножко подсказывают, я это мне, конечно, очень мне помогает, и я более-менее начинаю атачить драконами. Ну, конечно, все равно, блин, постоянно я пытаюсь что-то делать свое, и все идет как бы через одно место. Тут снова не будет две звезды, я не знаю, в последнее время это для меня Unreal. Но мне кажется, что как копну я дракончика, ой, боевую машину до 5 уровня, то что-нибудь-то изменится. Не знаю, правильно я сделал вот сейчас, потому что мне кажется, я мог бы больше процентов набить, хотя вряд ли я бы набил больше процентов. И две звезды я бы тоже здесь не получил. Но буду опять-таки надеяться, что мой противник, возможно, не возьмет. Вот видите, да, я процентов много выбиваю, а вот дом строителя не могу снести. Обидно. А меня реально варварами, луками разносят просто на изичах. Так, ну и вот опять, мне кажется, что та же самая атака будет. Сейчас луками расчистят по периметру все мои здания. Ну и потом просто варваров плюс пятого героя запустят, и все. И мой домик сломают, как обычный шалаш. Ну серьезно, ну, меня это так бесит. Из-за этого я не хочу сейчас высоко по кубкам, потому что, ну, мне там еще не место. Мне нужно прокачать свою базу.
В общем, ребят, если будут дальше, в дальнейшем проигрыши, я их вырежу, оставлю только победные катки, чтобы вы, ну, вы не смотрели ролик минут 40. Потому что, ну, это реально затянется надолго. Ну, эту катку я по-любому оставлю, этот повтор. Ну, как меня сейчас разносят, как я протачил. Ну, я, может, меня, может, есть у меня, кстати, еще шансы. Посмотрим. Осталось у него 4 лучницы, 2 лучницы, я извиняюсь, и 4 варвара. Ну, блин, он уже уничтожил все мои здания дефа практически. Так, пошел герой, пошел он со стороны мультимортиры. Не знаю, будет 2 звезды, не будет. Очень надеюсь, что не будет, очень. О, отлично, вот эта башня лучниц выжила. Ага, выжила. Блин, обидно, обидно. Так, сейчас они подойдут. Блин, зависло немножко, но это не от моего интернета на самом деле. Вот. Ну, я так надеюсь, что 2 звезды не будет. Я просто... Просто в это верю. Так, ну что, давайте посмотрим просто. У него 4 варвара на карте, 1 лучница. У меня 2 башни лучниц, 2 башни лучниц, жаровня, Тесла, тут еще дробильщик, мультимортира. Ну, в принципе, по идее, я не должен там 2 звезды потерять. Вот это меня бесит, что зависло, реально. Ладно, как он проатачит, я... А, все. Не надо мне нажимать на паузу. Да, мне повезло, 65%. Последняя, ребят, каточка. Последняя. Мне нужно выиграть. Давайте ускорим за гема героя. Все, я готов. Поехали. Стоп. А нет, еще. Ладно, улучшаем, не буду ждать. Поехали, поехали. Так, о, крестообразная база. По идее... Не, ну опять, я не знаю. У меня в последнее время не получается 2 звезды брать. Так, с какой лучшей стороны выбросить героя? Я думаю, что вот здесь. Хотя, я думаю, разницы нету, справа или слева его. Поехали, здесь. Так, здесь мы выбросим вот так дракончика. Здесь вот так. Вот так дракончика. И... ладно, подожду, пока что не буду выбрасывать. Так, отлично. Ай-яй-яй-яй, вот это был лишний. Так, этого сюда пока вот этот танчит ПВОшку. Мы вот это нам надо, жирное здание убрать. Так, ну куда ты полетел? Ну, добей. Отлично. Все, свое задание он выполнил. Так, теперь поехали. И вот эту ПВОшку уничтожить. Найс. Все, теперь самое главное сейчас правильно выбросить всех драконов, чтобы танчили урон. И, я думаю, 2 звезды тут не обеспечено. Я на это надеюсь, по крайней мере. Хотя там еще много зданий, блин, возле ратуши. Но все-таки, блин, один дракончик остался, я не рассчитал. Блин, и снова нету 2 звезды. Ай, блин, обидно. 65%, лол. Ну, я опять буду надеяться на то, что меня не снесут на 2 звезды. В общем, ребятки, я жду комментарии ваши под этим роликом, как нужно сносить дракончиками на 2 звезды. Потому что, ну, мне кажется, я... О, мне повезло. Мне кажется, я героем, может, неправильно пользуюсь. Дракончиками вроде бы я более-менее их выбрасываю. Ну что, я могу подытожить. В ролик удался, во-первых, потому что мы взяли чуть выше кубков, чем было в начале ролика. Во-вторых, что всего лишь два поражения. Два поражения, но это такое, ребят. Я уже повторялся, кубки мне не важны, и прокачка, мне кажется, не соответствует моим кубкам. Вот, что у нас осталось? Добить ровно половину эликсира? А нет, не половину. Нам осталось 400 тысяч, да, добить? Не, 500. 500 тысяч добить, пол ляма, короче. Но это в следующем ролике уже будет, либо на стриме. Я не знаю, включайте колокольчик, подписывайтесь на канал. И мы ставим машину боевую на 5 уровень. Золота также мне пока что не хватает на более-менее прокачку дефа. Поэтому это все будет в следующих роликах. И, повторяюсь, включайте колокольчик, чтобы их не пропускать. Ну а я, ребятки, желаю вам удачи. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Всего вам, ребят, хорошего. До новых встреч. И всем, ребята, пока.